Друзья, всем привет! Сегодня у нас необычное видео. Мы будем считать зерна в гранате. Почему мы решили это сделать? Потому что, находясь в поиске информации в интернете о гранате, мы наткнулись на разную информацию. То есть где-то говорится, что в гранате находится около 400 зерен, где-то было написано, что 700-800, а в некоторых источниках вообще пишут, что их более 1000. Так вот, мы решили вскрыть гранат, посчитать, сколько там зерен получится. Ну что, приступаем? Почистили, посчитали, сейчас будем считать десятки. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 50, 560, 570, 580, 590, 600. Ого! 610. 620 зерен. 620 зерен мы насчитали в этом гранате. Ну, я думал поменьше, если честно. Ну да. До новых встреч, всем пока. Это можно кушать. Идем кушать гранат. Давайте быстрее. Надо весь гранат съесть.